блин. Куда я по ней иду, а ты куда идешь? Мы ты идешь, куда я иду? Куда едешь ты? С той стороны. Твою говно, ты изначально мне мозг там ебал. А кто там ебал там? Джеймс в Нью-Йорке уже лег спать, у них там пол второго ночи. Вот это туда наш, вот, блядь, встань и пропусти меня. Радио Максимум ВКонтакте на Фейсбуке. Говорим сегодня про изобретение, что изобрели наши самые крутые креативные слушатели Радио Максимум. Наташа Николяш пишет. Мама гордится походной группой. Козёл ты, блядь, срадный, блядь. Я сейчас, блядь, уебу тебя в бампер, блядь. Будешь пешком нахуй ходить. Гондон ты сраный, блядь. Шалава ёбаная, блядь. Давай, блядь, езжай нахуй. При укладке плитки пишет Дэн Симанов. Пидорас, блядь. Для Симанов. А точнее уже при нанесении затирки палочкой от эскимо проводил по шву. Получается шов одинаковый квартире. Сейчас я не уеду, не бойся. Ты себя в интернете сегодня увидишь, блядь. Все заснято нахуй. И рожа твоя, и номер, блядь. Так что закрой чмо ебало свое, блядь. Проститут. Call me on my cell phone. Finally started rimming them with Old Bay. Their beers? Yeah. And? It tastes like you're drinking beer with Old Bay. Like, I don't think it's really that good. They're just kind of obsessed with it because they're all still in Maryland. But it kind of makes me think of this guy. Like, did somebody tell him to do?
Ай! Пиздец. Ебаный. Ой, дурандай. Ой, блядь. Что, мудак, что ли? И чё, блядь? Зачем топтать? Я и так почти не стал. Регистратор нужен? Свою цифру. Это вот как-то требует пояснений, уточнений вот на личном примере, потому что 25 тысяч, ну это действительно серьезная сумма. Тем более, когда у тебя не один бэбик, а там еще семеро по лавкам. Они должны быть образованными людьми, они, если они хотят... Ты по какой полосе там шел? Это безусловно, мне очень созвучна ваша логика. Единственное, я как бы делаю небольшую скидку и все-таки возвращаю нас к мысли о том, что Дмитрий говорил о 90-х, когда это был вообще полнейший беспредел. Но вы вспомните. Да нет, я помню, в моей школе тоже было. Вот идешь там с мешком, со сменкой, например. Там могли там в средней, в старшей, уже так немножко... Ребята, вы поймите, сколько много вот таких... И таких божьих парней выросло потом, ну, таких достаточно, ну, с малых.